В моей вселенной Асгард пал. Боги предрекли, в конце дней 10 миров поглотят лед и тьма. Но нас ждали кровь и пламя. Одинсон не вернулся с земли. Без его защиты Асгард попал под внешнее влияние, и всеотец сошел с ума. Мьёльнир выбрал меня, но было слишком поздно. Один заточил Всемать и объявил своими врагами всех, кто был ей верен. Он был готов пойти на все, чтобы разобраться с повстанцами, даже на уничтожение Асгарда. Сражаться я привыкла. И смотреть в лицо тьме привыкла. Но это... пришлось признать. Мне нужна помощь. Я заключила сделку с тем, кому никогда бы не пошла за помощью. Мой отец говорил, если от чьей-то улыбки тебе не по себе, значит, этот человек гнилой. Но порой нужно идти на компромисс. А у компромиссов есть цена. Я не хочу ее платить, но бога хитрости не обманешь. Что ж, признаюсь, такой выход мне в голову не приходил. Мстители, за мной! Медсигналов АИМ и выведу координаты на экран. Будьте осторожны. Подкрепление прибыло. Защищайте нелюдей. У нас гости. Сегодня просто в ударе.
отряд Страны. Их держат в мобильных камерах. Вы должны освободить их. Мстители, за мной! Сейчас я надеру тебе зад! Вам нужно уничтожить запорные механизмы и открыть двери камер.